В столице Верхневолжья побывала делегация из белорусского города-побратима Орши, в состав которой вошли не только чиновники и бизнесмены, но и юные артисты. О деталях визита наш следующий сюжет. Пока это первый случай, когда в рамках официального визита взрослая делегация города-побратима в Тверь приехал целый детский ансамбль. Педагоги и воспитанники образцовой арт-студии «Вдохновение» средней школы номер 20 города Орши накануне вместе со всеми посетили Ржев. А это утро для них началось в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история». Мигающие экраны, купол, рассказ экскурсовода. Да и сама Тверь, конечно, произвели впечатление. Очень красивый город, мне понравилось. Успели побывать здесь. Здесь была экскурсия про Россию. А там капельки были, карта там запомнилась. Прочитать я не успела, но успела послушать экскурсовода. Мы были в Ржеве, много мы чего увидели. Еще нам понравилось очень сильно в этом музее. После музея юные артисты переезжают в здание Тверской городской думы. Здесь в 10 утра взрослая официальная часть. В состав делегации из Республики Беларусь вошли представители порядка 20 предприятий Орши, выпускающих продукцию промышленного производства, продукты питания, фармацевтические препараты. Также приехали представители отрасли ЖКХ. Программа мероприятий в большей степени ориентирована на запуск совместных проектов с Тверью. Взаимодействие между нашими городами-побратимами, оно только укрепится и будет развиваться. И нас ждут большие серьезные совместные проекты во всех сферах жизнедеятельности. После заседания в Тверской городской думе – обзорная экскурсия по городу. Затем дети уезжают готовиться к выступлению на фестивале «Содружество». А в Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» начинается пленарное заседание с представителями деловых кругов Верхневолжья. Коллеги приехали поделиться опытом работы, представить себя, образцы производимой продукции. Главная цель – наладить деловое сотрудничество с нашими тверскими предприятиями. Мы планируем в результате проводимого сегодня совещания достигнуть договоренности между предприятиями для того, чтобы товарооборот совместный увеличился и рос темпами, превышающими инфляцию. Также в программе «Бизнес-миссия» посещение Тверского вагоностроительного завода, производственного комплекса ДКС и ряда других предприятий города. Культурная программа включает в себя обзорные экскурсии, посещение Тверского императорского путевого дворца и детского технопарка «Кванториум» и, конечно, концерт. Ключевое событие встречи – детский фестиваль во дворце творчества детей и молодежи. Это совместный концертный проект юных артистов из городов-побратимов Твери и Орши. Напомним, официально побратимские связи между Тверью и Оршей утверждены в апреле 2012 года. И уже более 10 лет города объединяют дружеские, деловые, культурные связи, развитие сотрудничества в сфере экономики и в рамках реализации совместных культурно-образовательных и спортивных проектов будет продолжено.